Фонд «Яшат» продолжает оказывать помощь в лечении и реабилитации военнослужащих, получивших ранения в ходе Отечественной войны. Сегодня еще 10 ветеранов отправились на лечение в Турцию, где они продолжат соответствующий процесс обследования, лечения и реабилитации. В то же время фонд намерен в будущем пригласить в Азербайджан медиков из Турции и Израиля.